Принесли в ремонт Acer Nitro AN515-51 с диагнозом «не включается». Сразу скидываю нижнюю крышку и бегло осматриваю. Ничего подозрительного не обнаруживаю. Также по бырику промеряю сопротивление основных узлов, и там вроде все хорошо. Ну, замыкания точно нет. Теперь можно подкинуть зарядник и промерить наличие 19 вольт и дежурных сопротивлений. И как ни странно, они есть. Но парад все равно не включается. В таких случаях шушпаны сразу прошивают BIOS, но мы-то не из Волыков же. И поэтому попробуем запустить ноут с замыканием контактов на плате. И вуаля, парад запустился. Оказалось, что в клавиатуре не работает только одна клавиша, и это клавиша включения. И увы, придется менять клавиатуру целиком. В продаже заводской вариант вместе с топ-кейсом не нашел, а значит придется выдирать старую и вклепывать новую. Параллельно я запустил проверку SSD накопителя, и на нем живого места нет, а значит он тоже под замену. После замены клавиатуры переобслуживаем систему охлаждения, убираем эту лужу из термопасты и аккуратно наносим термопасту Шинетсу небольшим слоем, а ссылка на оригинальный термоинтерфейс у меня в телеге, если что. После сборки аппарат тестируем несколько часов, и после чего скидываем клиенту реквизиты для оплаты. Так как это была пятница, значит вечером мы кайфуем. Ведь есть на что.